Так, всем привет. Оппортуне премиум Eau de Toilette E50 мл Made in France. В общем, любимая жена Нового года ждать не стала. До Нового года у нас, кстати, 30 дней. А у меня туалетная вода кончилась, и она мне решила подарить такую марку. Это от Amway. Ну, Amway такая штука есть, они продают все подряд. Стиральные порошки, туалетную воду, чего у них только нет. Сетевая такая штукенция. Стоило все это 1400 со скидкой. А если без скидки, 1890. Оппортуне премиум. Сейчас давайте мы с вами вскроем. Ну, я уже целлофановый пакет содрал. Вы сами понимаете. Или, может, не понимаете. Ну, да ладно. Осталась коробка такая, посмотрите, серебристого цвета. Солидная. Вот здесь синяя полоса. Все так цивильно сделано. Made in France, кстати. Да, Made in France. Ну, продается она, конечно, только через продавцов от Amway. Сами понимаете. Посмотрите, какой флакон. Ну, красивый, согласитесь. Не просто так. Не хихи да ха-ха. Он чем-то стекло, знаете, напыление такое. Вроде бы верхняя часть прозрачна, где я показываю большим пальцем. А здесь как будто он подморозился. Оппортуне премиум. Так, что здесь написано? Вам не видно? А вот не видно. Вам сейчас тоже видно. Сфокусировался. Made in France. Ну, флакон мне нравится, я вам честно скажу. Сейчас сфокусируемся. Отличный. Отличный флакончик, посмотрите. Ну, хорошо. Так, открываем. Ладненько. Открываем. Не из металла сделано. Из пластика пробочка. Из пластика, да. Посмотрите. Во, что я буду использовать. Знаете, в магазинах бумажки... Парфюмерных, кто не знает, такие полосочки лежат. Вы на них брызгаете, нюхаете, полосочку выкидываете. Я сейчас тоже брызну и вам скажу, какой аромат. А зачем я трясу? Не знаю. Мимо. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дайте-ка понюхать. Ну да, такой, вы знаете, цивильный. Но поначалу кажется он такой, как бы это сказать, рисковатый кажется. Ну, не резкий, резко брутальный, знаете, есть такие одеколоны, да? Ну, а потом такая нежность наступает. Гламурность. Ну, а, да, вы не можете понюхать. Ну, цивильно, цивильно. Запах вот этот флакон поставлю. Такой, вы знаете, но... Сначала кажется резким такой с кислинкой, потом сладким. Неплохой. Ну, вы сами понимаете, что необходимо, чтобы понять запах и почувствовать аромат, услышать его. Туалетной воды, одеколона, духов, неважно. Необходимо не сразу брызгать и нюхать, потому что это первый шлейф. Это волна первая, которая накатывается на вас. Необходимо уловить послевкусие. Поэтому, знаете, советуют вот так походить немножко, потрясти вот так, да, а потом занюхать. Ну, цивильно, можно. Вкусный. Сойдет. Что-то хотел сказать. А, еще в магазинах. Ну, я сейчас не вижу в таких больших магазинах парфюмерных. А может, я не давно не был или не обращал внимания. Я не знаю. Но там наряду с полосками для... нюхачей лежали такие баночки с кофе, зернах. Потому что человек надышится постоянно, у него рецепторы, которые расположены в носу, вы сами понимаете, они уже не отличают запахи, все перемешивается. Или вы будете выходить на улицу, дышать свежим воздухом, потом снова возвращаться. А некоторые брали баночки в этих парфюмерных магазинах, небольшие стаканчики, где лежали кофейные зерна. Кофейные зерна якобы нужно было нюхать, после этого нос ваш снова становится восприимчивым к запахам. Ну, нормально. Но я не могу сказать, что это совсем летний запах или зимний.
Вы знаете, летние запахи легкие, они ненавязчивые, как морской бриз, они обволакивают всех вокруг, окружающих вас. А зимние запахи, естественно, они уместны, когда на улице 0 градусов и ниже. Необходимо что-то теплое, согреться. Вы знаете, такое виски, что было. Ну, это мои предположения. Ну, нормально. Сойдет, хорошенький, мне нравится. Кстати, вот я с собой замечал, дорогие мои друзья, что те запахи, которые у меня были и которыми я пользовался, я потом почему-то их не воспринимаю. Я не скажу, что становлюсь от них в восторге. Не знаю, почему так, но факт остается фактом. То есть я не люблю повторов. Хотя были запахи, которые я брал повторно. Dolce & Gabbana, сейчас думаю, сладкий запах, что это такое вообще? Брал также Фаренгейт, классический, огуречный, свежий. Но что-то отшептало у меня от него. Брал блюдо Шанель повторно, еще Диора брал как-то. Повторно, именно повторно. Ну а так в основном стараюсь не брать. Почему-то запахи, которыми я попользовался, беру я небольшие объемы, 50 мл. Ну они, как правило, продаются 30 50 мл и 100 мл. Сами понимаете, что чем больше литраж, тем цена вкуснее у того или иного товара. Да, да. И потом я повторный запах не очень люблю снова покупать. Либо необходим какой-то перерыв. Вот такие вот дела, дорогие мои друзья. Ладненько, держим с вами связь. До встречи. У нас был на обзоре Opportune Premium. Туалетная вода, которая продается через сеть Amway. До новых встреч в эфире!